Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий». В середине января все ретроградные планеты вернулись в свое прямое положение, а значит, усталость и апатия сменятся активностью и желанием двигаться вперед. А Солнце в знаке Водолея, хозяина наступившего астрологического периода, будет еще быстрее приближать вас к заветным мечтам. Стремление к достижению поставленных целей, независимость, богатая фантазия, а также веселый нрав – все эти качества ярко характеризуют водолеев. Это интеллектуалы, которые умеют просчитывать все наперед. Их умение предугадывать события иногда наводит на мысль, что они либо с другой планеты, либо умеют видеть будущее. Возможно, именно поэтому среди водолеев много ученых и первооткрывателей. Продолжит рассказ о представителях воздушной стихии астролог Янина Балашова. Водолей. Водолей отличается оригинальным взглядом на мир. Иногда складывается впечатление, что они витают в облаках и живут в какой-то своей воображаемой вселенной. Представителям воздушной стихии свойственно абстрактное мышление, поэтому их действия и решения не поддаются логическому объяснению. С водолеями хорошо начинать новые проекты, которые кажутся фантастическими, но обычно опережают свое время. Стихия людей, рожденных с 21 января по 18 февраля – это воздух. Управляющие планеты – Сатурн и Уран, камень удачи – аметист. Водолеи изменчивы по натуре, но сами не любят перемены. Это творческие люди, очень независимые и свободолюбивые, всегда устремлены в будущее. Это прекрасные идейные вдохновители, но, увы, требовать от водолеев дисциплины не стоит. Они терпеть не могут, когда их ограничивают и выдвигают конкретные требования. На Овнов надвигается полоса везения в любви. Сейчас есть шанс покорить даже самое строптивое сердце. А на работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы. Первый рабочий день заставит тельцов сильно удивиться. Причиной тому станет непонятное и даже агрессивное поведение кого-то из ваших коллег. Да и всю неделю вас будут окружать люди, которые будут испытывать ваше терпение. Близнецов на этой неделе ждут хорошие новости. Неожиданно к вам могут приехать родственники, с которыми вы давно не виделись. Или произойдет желанная встреча со старым другом. Ваши достижения на работе могут принести вам дополнительные материальные выгоды и перспективы карьерного роста. Раком встреча с бывшими коллегами в первой половине недели может не только доставить массу удовольствия, но и неожиданно открыть интересные деловые перспективы. Львам нужно быть смелее и брать ответственность в свои руки. Помогут в этом чувство долга и исполнительность. Также способствовать успеху будет благоприятный климат в коллективе. Эта неделя активирует ваш самый амбициозный сектор гороскопа. Если вы хотите продвижения в карьере, у вас будет возможность убедить начальство, что вы идеальный кандидат на повышение. Девам на этой неделе будут встречаться необычные люди, своего рода посланники, несущие что-то важное. Станьте в эти дни наблюдателем, поразмышляйте, о чем вам хотят сказать или предупредить определенные события. На этой неделе удачными будут все дела, связанные с налогами и оформлением социальных выплат. На этой неделе весы смогут улучшить свои жилищные условия, сделать ремонт, приобрести мебель или арендовать новое жилье. В профессиональной деятельности вы можете обнаружить новые пути к успеху, особенно если будете открыты для коллективной работы и обмена идеями.
Для скорпиона в финансовом плане эта неделя окажется очень удачной. Возможно, неожиданные доходы или даже премия. Это позволит вам порадовать не только себя, но и близких долгожданными обновками и полезными приобретениями. Можете спокойно тратить деньги без угрызения совести. В любовных отношениях наступает период гармонии и понимания. Будьте открыты к общению и делитесь своими чувствами с любимым человеком. Стрельцов ожидают большие возможности. Благодаря командировкам для вас откроются новые перспективы. Доходы будут расти благодаря прибавке к заработной плате. Козероги умеют переходить от слов к действиям с 22 по 28 января. Эта способность будет самой важной. Вы сможете стать отличным примером для окружающих. Ваши родственники, друзья и коллеги попадут под ваше влияние и смогут стать единомышленниками в каком-то общем деле. На этой неделе водолеям стоит проявить особо пристальное внимание к любым мелочам, знакам Вселенной и другим событиям, которые будут происходить вокруг вас. В ближайшие несколько дней энергетика окружающего мира даст много подсказок, которые помогут исполнить ваши мечты, а люди и события будут словно подстраиваться под силу ваших мыслей. У рыб на этой неделе интересные повороты в различных сферах жизни. В области карьеры откроются новые возможности для ваших творческих способностей. А романтические отношения потребуют усилий. Чтобы создать гармоничный союз, будьте особенно внимательными к мелочам и не бойтесь проявлять инициативу. Вот такую неделю обещают нам звезды. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч и будьте счастливы!